Дачники очень сильно полюбили удобрение, о котором пойдет речь в этом видео. Его применяют для самых разных овощных культур, но я расскажу, как использовать этот раствор для укрепления завязи огурцов и улучшения плодоношения. Количество огурцов вырастет на 50%, а их вкусовые качества будут просто отменными. Речь идет о борной кислоте, которая спасает дачников и их урожай. Меня так точно. Первые огурчики уже начали появляться, поэтому сегодня очень важно обработать растения, чтобы добыть в этом году шикарный урожай. Я расскажу про два разных способа с применением борной кислоты, которые помогут вырастить сладкие и хрустящие огурчики в большом количестве. Для приготовления первого раствора необходимо взять 2 грамма борной кислоты, размешать в стакане теплой воды, добавить несколько кристалликов марганцовки, 3 ложки молока и 50 капелек йода. Все это необходимо размешать и развести в ведре воды. Затем переливаем раствор в опрыскиватель, опрыскиваем все огурцы по листу с двух сторон, и уже через один день растения станут гораздо сильнее и здоровее, даже на вид. Чтобы укрепить корневую систему, необходимо подкормить огурцы не только опрыскиванием, но и методом полива. Для этого берем ведро с водой, разводим в нем 8 граммов бора и несколько капель йода. Все тщательно перемешиваем и проливаем под корень. Такая подкормка даст массу полезных микроэлементов корням растения, защитит от любых болезней и даже поможет в борьбе с вредителями. И самое главное, что такая подкормка поможет завязям не опадать на огурцах, и они не будут высыхать, вянуть, и урожай будет просто фантастическим. Проверено.